Военно-патриотический клуб «Крепость» создан для тех, кто хочет стать сильным, ловким, смелым и уверенным в себе. Желает изучить военное дело и основы рукопашного боя. Мальчишки и девчонки с огромным энтузиазмом принимают участие в занятиях по строевой и огневой подготовке, учатся поддерживать уставной порядок, приумножают свои знания по различным направлениям. Ведь занятия проходят под руководством компетентных офицеров и прапорщиков воинской части 55-26. Основной упор мы все же делаем на военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. То, что мы проводим занятия, такие приближенные к военной тематике, тем самым воспитывая нашу молодежь в духе и традициях преданности своей родине и, соответственно, уважения к военным людям, людям погоны. Примечательно то, что подростки не просто изучают теорию, они постоянно тренируются. Вот стрелковый тир. В руках у ребят пневматические винтовки. Лица серьезные, сосредоточенные. Программа клуба построена по трем блокам – военно-прикладная тематика, спортивная и культурно-досуговая. Строгая дисциплина, учеба, внутренний порядок приближен к армейскому. Ребят учат прежде всего понимать, что было на этой земле, ценить то, что умеют, созидать будущее. Мы занимаемся строевой подготовкой, огневой, проходим рукопашный бой. И нам много рассказывают про историю, саму технику военного такого дела. Занимаемся мы 2 раза в неделю. Нас всегда, как и солдат, кормят. Мы идем всегда на занятия сытые, полные сил. Плечом к плечу с товарищами ребята проходят все дисциплины, тренируются, осваивают новые навыки. Благодаря педагогам, воспитателям материал у них усваивается хорошо, и каждый из ребят чувствует, что становится лучше. Мне очень интересно сюда ходить, потому что всегда был патриотично настроен. И мне, в принципе, нравится тематика армии. У меня из родственников много кто служил. И когда в школе нам рекламировали этот клуб, я сразу собрал своих друзей, мы решили сюда пойти. Организация таких клубов, занятий – это очень хорошо. Можно привлечь как можно больше людей, чтобы как можно больше людей интересовались военным делом, интересовались историей, культурой своей страны, боевыми искусствами, чтобы можно было все вот это организовать и развить патриотизм. Военно-патриотический клуб «Крепость» способен зажечь искорку интереса к профессии военного не только у мальчишек, но и у девчонок.